Мы гордимся, что живем в таком месте, потому что наш поселок окружен березами, березняком. Мы живем будто в березовой роще. И вот мы хотели бы, чтобы данный участок остался в том состоянии, которое он был на старых картах, то есть лесной зоной. Потому что мы не хотели бы, чтобы жить в поле, как живут другие поселки, да, посмотришь, а там чистое поле. Наш поселок всегда славится тем, что славился раньше, что здесь березовая роща. Мы каждый год занимаемся озеленением этого поселка и хотели, чтобы это было и дальше. Сейчас вот этот вот пятак, который мы, лично мной был очищен вручную, здесь у нас летом собрание, потому что в виде площади получается, а зимой это место для складирования снега, потому что ширина улиц не позволяет нам здесь вообще как-то где-то складировать снег, его надо вывозить. Опять же, все за наш счет получится.